В Доме детского и юношеского технического творчества прошла встреча сотрудников Комитета по образованию с представителями образовательных учреждений муниципалитета. Тема сегодняшнего совещания – это детский дорожно-транспортный травматизм. И второй вопрос, который будет рассматриваться – это организованные школьные перевозки. То есть также на данное мероприятие приглашены сотрудники ОГИБДД, МУМВД Серпуховская, это с отдела пропаганды по безопасности дорожного движения, и с технического надзора. Теплый сезон приближается, увеличится и количество школьных поездок. Инспекторы ГИБДД напомнили о необходимости подачи уведомлений на перевозку детей. Это надо сделать максимум за 48 часов до поездки. А представители комитета по образованию рекомендовали организовать классные часы и родительские собрания на тему «Правила использования детьми мобильных средств передвижения».